А следующая песня, которая была написана после «Оранжевого света», ну, не знаю, до сих пор ее считаю, наверное, самой-самой-самой. Молитва. Остывает вечер в моей горсти, занавески сока срывает ветер. Только не сорвись, рук не опусти. Ты ведь не один, не один на свете. Пляшет на стене отблеск от свечи. Собираю в пригоршни свет разлитый, голосом охрипшим шепчу в ночи странную какую-то молитву. Господи, дай ему терпенье и сил, Господи, веры ему и смирение. Если о помощи он не просил, за него молю, преклонив колени. Господи, дай ему терпенье и сил, Господи, веры ему и смирение. Если о помощи он не просил, за него прошу, преклонив колени я. Поутру за окнами